Опа! Практически нулевой разворот у него. Всем привет, друзья! Вы на канале Garden Stock, а я его ведущий Алексей. И сегодня у нас мини-трактор 132. Да, кстати, эти трактора сейчас выпускаются в трех модификациях. Ну, точнее, даже не в трех модификациях, а, во-первых, они отличаются моторами, а, во-вторых, своими техническими характеристиками. И в этом видео я расскажу, что это за мини-трактор, с какими моторами он выпускается, ну, естественно, какие у него есть комплектации. Давайте вместе с вами начнем. Друзья, на 132-й трактор в ютубе роликов, честно говоря, пруд-пруди. А есть какие-то позитивные ролики, есть негативные ролики. Сегодня я хочу вам подвести общую картину и рассказать про сам мини-трактор в целом, про отзывы наших клиентов, про работу самого мини-трактора. Сейчас, на сегодняшний момент, стоит 280 тысяч рублей за базовую комплектацию. Что такое базовая комплектация? Ну, в принципе, вот этот мини-трактор в базовой комплектации. В комплекте будет 4 утяжелителя. И с каким его мотором можно взять? Либо 13, либо 14 лошадиных сил. 13 лошадиных сил – это Honda, 14 лошадиных сил – это Yamaha, либо, соответственно, Келлер. У всех этих мини-тракторов будет 4 скорости вперед и 3 передачи назад. Что касается привода, здесь есть возможность переднего привода постоянного, либо подключаемый задний привод. То есть сам трактор за 280 тысяч рублей у вас уже полноприводный. Мы когда-то делали перетягивание и перетягивали таким трактором 18 лошадиных сил дизель, который весил 800 килограммов. Такой мини-трактор его просто разорвал в пух и прах. Но, как мы видим, итог один и тот же. Либо с колес, но 132 едет, ему все равно. И когда я смотрю ролики про мини-трактор, вообще, что люди пишут? Ну, во-первых, да он не может столько стоить, почему он такой дорогой? 280 тысяч рублей – это самая дешевая цена за полноприводный трактор. Поэтому, ребят, перед тем, как писать, вы сначала проверьте цены. Сравните, проведите какой-то некий анализ, а потом уже пишите. Это самый дешевый полноприводный трактор с огромным диапазоном работы. Он может работать весной, осенью, летом и зимой. Выполняет практически все функции, которые делает полноценный трактор, который огромный, Беларусь 82-й. Вот этот мини-трактор может делать все то же самое. Посмотрите, как легко он преодолевает бездорожье летом, как справляется с преодолением снежных заносов и сугробов зимой. Потом. У этого трактора идет шарнирно-сочлененная рама. О чем это говорит? Вы в начале ролика видели, что я вот на вот этом пятачке практически сделал нулевой разворот. Если у вас небольшой участок и вы хотите получить маневренную технику, но которая при этом будет работать с любым навесным оборудованием лучше, чем этот трактор, нету ничего на сегодняшний момент. Все остальные трактора, они идут с классической рамой. Что это такое? Ну, это как у автомобиля. Спереди установлена рулевая рейка. И когда вы поворачиваете руль, у вас просто поворачиваются передние колеса. Чем это хуже? Ну, во-первых, у вас гораздо больше получается радиус разворота. Тот же трактор 152, который сейчас на самом деле самый покупаемый. На нем маневрировать будет хуже, чем на 132. В базовой комплектации у этого трактора идут 12-е диски. Колеса 54 сантиметра в диаметре. Можно, естественно, взять на большем радиусе колес. но это будет доплата плюс 20 тысяч рублей. Тогда вы возьмете на 61-х покрышках с более агрессивным протектором. И есть третья комплектация этого трактора. Если вам достаточно тяжело поворачивать руль, хотя он здесь действительно легко поворачивается. Я когда трактор находится в движении, поворачиваю его одним пальцем. Можно такой трактор взять даже с гидравлическим поворотом руля, чтобы вам, ну, не знаю, мизинцем, наверное, его поворачивать. Ну, многие хочет, кто-то за комфортом гонится и хочет уже с гидравликой. То такая возможность тоже есть. Сам трактор у нас это полноценный мини-трактор, который может ездить по дорогам общего пользования. Кстати, да, тоже об этом задумайтесь, потому что ни один китайский трактор до 500 тысяч вы даже на учет не поставите. Этот трактор у нас идет с поворотниками, с фарами, с сигналом и с готовым ПСМом. То есть на учет его поставить любая организация сможет без проблем. Если вы хотите какой-то колым на нем делать, ездить с участка на участок, без проблем ставьте на учет, ездите по дорогам общего пользования. Надо просто иметь категорию управления мини-тракторами, либо квадроциклами. Это одна и та же категория. Чем еще трактор замечательный? Во-первых, многие в комментариях пишут, что ну мощность 13 лошадиных сил, там, ну 14, ну что это такое? Вот там дизельные трактора китайские, они там 17-18 лошадиных сил. Ребят, да, 17-18 лошадиных сил. Но почему тогда этот мини-трактор при своем меньшем весе, при меньшей мощности, легко перетягивает трактор китайский? Да потому что у него, во-первых, полный привод, а во-вторых, он реально грамотно был спроектирован. Не просто там из мотоблока сделали трактор, как это делают китайские трактора, а это полноценный мини-трактор. Во-первых, на нем очень удобно сидеть. Здесь действительно много места под оператора. Руль регулируется, а выше-ниже. Сидушка. Дальше ближе. Блин, вы сядьте хоть на один китайский трактор. Более дешевый трактор, вот здесь вот будет идти ремень. Да не дай бог он вообще порвется. Он вам, блин, если он порвется, он в вас отлетит, еще полруки вам оторвет. Здесь у вас везде карданы, никаких ремней, ничего. Вот здесь вот, ну вот это автомобиль. Привод у него. Давайте посмотрим, как устроен. Я сейчас открою капот и вам специально покажу. Здесь, кстати, у нас трактор стоит с Ремаховским мотором, мотором МХ 400 на 14 лошадиных сил. Естественно, все эти мини-трактора оборудованы двумя стартами. Его можно завести как с помощью ручного старта, так и у них предустановленный аккумулятор, который всегда идет в комплекте. И вы садитесь на трактор, нажимаете кнопочку, он у вас заводится. Ну, за 280 тысяч рублей покажите мне китайские трактора с двумя запусками. Если дизельный трактор, вот эту крутилку крутить, которую сустав выбивает мне уже неоднократно, то, ну, не знаю. Так вот, насчет привода. Мотор. Потом идет сцепление. И потом идет коробка передач. Все как в автомобиле. Ну, что здесь может сломаться? Диски сцепления? Ну, ребят, они у нас всегда продаются. 250 рублей один диск сцепления ведомый. 300 рублей ведущий. Цена 3 копейки. Меняется это все, ну, можете в нашем магазине приехать поменять. Нет никаких проблем. Коробка передач. Тоже очень удобная. Она у вас перед руками, надо переключить, переключили. Я не спорю, да, в более новых моделях она под правой рукой, как на автомобиле. Но здесь сама коробка передач не приносит никакого дискомфорта. Второе, что писали. Первое была мощность, второе. Ну, он весит 560 килограммов. Да, весит 560 килограммов. Но при этом он работает не только с одинарным плугом, но он может работать. Сейчас, кстати, да, появились в продаже плуги двухкорпусные. Да, такой трактор тянет двухкорпусный плуг. И причем не просто тянет, а он берет целину. Вот этот трактор может брать целину. Потом, сколько навесного оборудования к этому трактору можно прикрепить? Ну, честно говоря, я даже перечислять не хочу. Это больше, чем 40 позиций. Если хотите, можете зайти к нам на сайт, любую позицию открыть и там нажать вкладку «Аксессуары» и ознакомиться со всем перечнем навесного оборудования. Да, оно будет не дешевое. К примеру, фреза, которую вы цепляете сзади, она около 40 тысяч рублей стоит. Роторная косилка 60 тысяч рублей стоит. Ну, а где что дешевле-то купить? За 280 тысяч рублей полноприводный трактор, ну, во-первых, трактора, они все без навесного оборудования продаются. Во-вторых, этот мини-трактор по цене можно уже сравнивать как ездовой какой-то адаптер, который сделан из мотоблока. Он будет плюс-минус одинаково стоить, но только вы его никогда на учет не поставите. Радиус разворота у него будет больше, чем 5 метров, и на нем будет не настолько комфортно сидеть, как на этом. Потом, многие трактора экономят, у них даже не стоит дуги безопасности. Да, я понимаю, такие трактора, у них небольшая колея. И на четвертой передаче, если вы будете закладывать поворот, будет все равно возможность, что он завалится. Но если этот трактор завалится, вы здесь, понимаете, вы здесь ничего себе не переломаете, как на китайских тракторах. Вы посмотрите, откройте YouTube, как на китайских тракторах люди ломаются. А это же, блин, ну реально опасная техника. Здесь все сделано действительно по уму. Что касается задней подвески, давайте с вами ее посмотрим. Здесь идет стандартная трехточечная сцепка. Мужики, ну вообще, честно говоря, все навесное оборудование, даже от больших тракторов, сюда можно приспособить. Поэтому здесь не надо колхозить из какой-то скобы, придумывать, что-то доделывать, чтобы получить трехточечную сцепку, чтобы она была удобная по регулировке, чтобы вы могли с любым плугом найти общий язык. Здесь это все идет штатно в комплекте. Розетка для прицепа штатно идет в комплекте. Прицеп прикрепили, вам не надо думать, как там вывести на этот прицеп электричество на задние фонари. Здесь это тоже идет в комплекте. Шарик для прицепа тоже идет в комплекте. Вам не надо его докупать, не надо чего-то колхозить. Вал отбора мощности. То он просто находится вот здесь вот, закрыт пластиковой вот такой вот штучкой. Открываете, подключаете навесное оборудование, а работаете. Сам трактор чем еще уникален? У этого трактора стоят портальные мосты на каждой оси. Чем это лучше? Да, мощность у трактора 13-14 лошадиных сил, но, как я уже сказал и повторюсь, он перетягивает 800-килограммовый трактор. За счет чего это все происходит? За счет того, что у него стоит на каждом мосту понижающие редуктора. И сам трактор, даже при мощности в 13 лошадиных сил, имеет больше крутящего момента, чем у 18-сильного китайца. Когда к нам приезжают люди и смотрят на все вот эти вот рычаги, они, честно говоря, пугаются. Ну, ребят, здесь все управление точно такое же, как на автомобиле. Здесь не надо привыкать, у вас привычное расположение всех педалей. А к этим рычагам, честно говоря, ну, ничего сложного привыкнуть нет. Рычаг отвечает за подключение полного привода. Это у нас сцепление, тормоз, газ. Здесь все понятно. И, кстати, да, здесь есть некое подобие круиз-контроля. Здесь вы можете газ зафиксировать в любом положении. К примеру, если вы передвигаетесь на какое-то дальнее расстояние, вы можете его зафиксировать на полном газу, и вам не надо будет нажимать эту педаль газа. Если говорить о всех этих рычагах, то здесь тоже запутаться просто нет возможности. Первый рычаг у нас отвечает за гидравлику. Второй рычаг – это подключение дифференциала. Да, у этих тракторов есть еще полноценный дифференциал. Ни у одного китайского трактора такого в помине не будет. Здесь у нас тумблер, который будет отвечать за массу. Здесь же у нас включение ВОМа и на включение передней либо задней передачи. А уже саму передачу мы выставляем вот здесь вот на торпеде. Здесь у нас сигнал. Сейчас зажигание включу. И кнопка глушить и кнопка запуска. И две сигнальные лампы, одна из которых отвечает за включение дальнего света, а вторая за поворот, левый либо правый. Поэтому ничего сложного здесь нету. И последний рычаг, который находится рядом с сиденьем, который будет отвечать за частоту вращения ВОМа. Да, кстати, опять же, нет ни одного китайца практически за эти деньги такой способности. Здесь вы можете задать либо быстрее, либо медленнее, в зависимости от насадки, с какой вы работаете. Если это роторная косилка, нужны максимальные обороты. Если это фреза, естественно, нужны минимальные обороты. И на этом тракторе есть такая возможность отрегулировать. Поэтому перед тем, как покупать любой мини-трактор, вы обратите внимание на 132-й трактор, потому что я считаю, что это реально изюминка инженерии. И за эти деньги, ну что предложите, что можно сравнить за эти деньги? Напишите обязательно в комментарии, какие аналоги есть этому трактору, чтобы был полный привод, чтобы был дифференциал, чтобы можно отключить этот полный привод для экономии бензина, чтобы трактор заводился в любую погоду. Да, кстати, дизельный китайский трактор, заведите его зимой, да, попробуйте. С грелкой сначала просидите полчаса, а потом будете заводить, как мы здесь за магазином, когда продавали эти трактора. Здесь вы подошли с полоборота, нажали кнопку, он у вас завелся. Главное, масло не забудьте поменять на зимнее время и в редукторах, и в моторе. В редуктора заливайте либо полусинтетику, либо синтетику, ну а в моторе, естественно, синтетическое масло. И тогда проблем с запуском в любое время года не будет вообще никаких. А если вы его эксплуатируете летом, естественно, лучше лить везде минералку, потому что жаркая погода, надо более густое масло. Честно говоря, про этот трактор я могу рассказывать часами, но мой вам совет – приехать, сесть на него, посмотреть его вживую и только после этого выбирать уже мини-трактор. Я хочу подвести итог. Этот трактор обладает либо передним, либо полным приводом за цену 280 тысяч рублей и практически нулевым разворотом за счет своей шарнирно-сочлененной рамы. В принципе, аналогов, ну, честно говоря, на рынке вот ровным счетом нету совсем от слова. Да, вы сейчас будете писать, ну а как же там трактор Т-25? Да забудьте вы про него, ему уже 30 лет, это история, мужики. Этот трактор вы покупаете и работаете на запчасти, а это изделие новое, с отличным японским либо американским мотором. Если у вас небольшой участок, вы развернетесь на Т-25, на этом мини-тракторе вы развернетесь практически на нулевом пятачке. И этот трактор будет отлично работать с любым навесным оборудованием, как зимой, так и летом. Китайские трактора зимой, они не заводятся. Ребята, вы когда покупаете себе китайский трактор, вы покупаете себе просто головную боль. Здесь у вас мини-трактор, который будет приносить вам реально удовольствие. Эти трактора, во-первых, очень надежные, они реально не ломаются. Во-вторых, его отлично можно использовать как ездовое средство. В принципе, вот знаете, мне многие пишут, ну как же там квадроцикл? Хорошо, а что может делать квадроцикл? Да, я не спорю, у некоторых квадроциклах есть пониженная передача, как у этого мини-трактора. Но квадроцикл вам покосит траву, либо вспашет землю фрезой, либо он может работать там с каким-то другим навесным оборудованием. Это реально полноценная сельхозмашина, которая выполняет просто огромный спектр работы. Мужики, ну нету ничего реально сейчас на рынке. Почему вы не понимаете об этом? Почему вы всегда говорите, что слабый, не дизельный, он не нужный? Да блин, это самый нужный трактор за эти деньги, и аналогов ему нету. Да, еще хочется отметить какой момент. Все почему-то думают, если я возьму китайский дизель, у меня будет большой моторесурсный отказ. Yamaha, Honda, либо Келлер выдает около 5000 моточасов. Давайте сравним с китайскими. 1000, ребят, 1000! В 5 раз больше. Да, бензиновый мотор, но который работает в 5 раз дольше. Поэтому запуск зимой, ресурс. И что касается крутящего момента, я уже сказал, этот трактор перетянет китайца, поэтому сравнивать тоже не будем. Если у вас есть желание ознакомиться с этим трактором лично, приезжайте к нам в магазин. Он находится на Ярославском шоссе, не так далеко от МКАДа, 10 километров всего. Доехать сюда можно 5 минут. У нас 6 полос в каждую сторону, пробок здесь не бывает. Адрес нас: улица Большая Тарасовская, дом 81. А проще всего в навигатор забейте одно слово. Гарденсток русскими буквами, одним словом. И вас навигатор прям привезет к нашему подъезду. Поэтому, если есть какие-то вопросы по самому минику, обязательно пишите в комментарии. На все ваши вопросы я отвечу с удовольствием. А если вы хотите приехать его посмотреть и выбрать себе с мотором Yamaha, либо Honda, либо Келлером, приезжайте, мы вам все подскажем и расскажем. У нас отличные ребята в магазине и знающие, самое главное, свое дело. Поэтому проконсультируют вас точно на все 100%. Ждем вас в магазине. До новых встреч, друзья. До свидания.